Всем привет! Сегодня будем готовить свиные ребрышки барбекю. Ребрышки покупаю не очень жирные. Это, конечно же, по желанию. Мою их и удаляю пленку. С внутренней стороны ребра есть пленка. Ее нужно удалить. Достаточно поддеть ножом, и она снимается. Конечно же, чтобы получить вкусные ребрышки запеченные, нужен соус. Возьму 100 грамм томатного пюре. Можно использовать кетчуп. Добавлю столовую ложку полную меда, пол чайной ложки перца острого, пол чайной ложки соли, столовую ложку уксуса и 3 столовые ложки соуса терияки. Также добавляю масло растительное, 2-3 столовые ложки. У меня масло с чесноком, но если обычное масло, тогда можно 2-3 зубчика добавить чесночка. Я оставляю мясо примерно на 6-12 часов, можно дольше. Мясо промаринованное будем запекать и буду запекать 50 минут при температуре 190 градусов. Остается только его нарезать и, конечно же, наслаждаться вкуснейшими ребрышками.